Portal Still Alive. Эксклюзивная версия оригинальной Portal для Xbox 360. Считается дополнением к оригинальной Portal и содержит в себе кучу эксклюзивного контента. Совсем недавно я поиграл в ПК-порт этой версии и решил сделать хоть и не полноценный, но все же обзор на эту версию. Ибо эксклюзивный контент в ней реально интересен. В игре есть 14 дополнительных уровней, которые ПК-порт использует в качестве основной игры. Эти уровни не содержат в себе сюжет, а также они содержат новые для первой Portal механики, а именно кубы и кнопки с черепом. Если нажать на такую кнопку, то куб или шар испарится и вам дадут новый, правда последний не имеет уникальной текстуры. Излучать электричество, ну или неизолированный электроприбор. Эта штука циклично излучает электрический разряд через пару секунд. Если хотя бы краем на него наступить, то разряд вас мгновенно убьет. Также эта штука использует звук вертолета Альянса. Лазерное поле. Если попытаться пройти через него, то вас мгновенно убьет. Через него можно стрелять, а также переносить предметы. Излучатель плотного света. По нему можно ходить, но чаще всего служит преградой, ибо нельзя через него проходить. Можно сквозь него стрелять, а также сквозь них проходят энергетические шары. Запоры. Иногда встречаются, и для того, чтобы избавиться от запора и достать кубы, надо попасть за пределы лаборатории, затем пройди к трубе, в которой оказалась запора, и просто попрыгать над ней. Пресса с шипами. Встречаются всего 2-3 раза и могут вас убить, если попасть под один такой. Помимо новых механик, в этих тестах слишком много турелей. После их первого появления они встречаются практически в каждой тестовой камере. Не то чтобы я против, но сами разработчики оригинальной порта говорили, что они хотели добавить больше турелей, но это переполняло игру экшеном, что для игры жанра головоломка это плохо. Еще эти тестовые камеры отличаются структурой, словами это не передать, но они очень коридористые, почти во всех тестах вам придется стрелять через большое отверстие, ходить туда-сюда и так далее. В то время как головоломки оригинальный Portal это квадратные тестовые камеры, которые лишь иногда состоят из двух помещений. Также, в отличие от оригинальный Portal, тут нельзя нажимать турелями на кнопки. Помимо 15 оригинальных достижений, есть еще 14, которые относятся к основной игре. Вперед за золотом! Пройдите бонусную камеру на золото. Из голубого. После того, как вы получите двухпортальное устройство, на протяжении всей игры входите только в оранжевый портал. Крысиные истории. Найдите все убежища Ратмана. Здесь есть кто-нибудь? Пройдите игру, не получив урона от выстрела турелей. Видел приближение. Перенаправьте ракету в ракетную турель. 10-очковая камера. Сбейте с ног турель с помощью камеры наблюдения. Как крыса. Заманите себя в ловушку. Чувство полета. Уничтожьте турель с помощью поля антиэкспроприации. Тестируй как курицу. Найдите блокнот в одном из помещений ученых, на котором изображена курица. Тортик. Пройдите 5 дополнительных камер. Полноценный торт. Пройдите 10 дополнительных камер. Vanilla Crazy Cake. Пройдите все дополнительные камеры. 9 декабря 2007 года свет увидел Portal The Flash Version. Представляет из себя 2D Portal, в которую перенесли практически все механики оригинальной Portal со щепоткой своих новых. В Still Alive все эти карты были перенесены в раздел бонусных карт. Отличается перенос от оригинала сюжетом, визуальными отличиями и минимальными изменениями. Все начинается с точно такого же помещения, как в оригинале, но портальную пушку дают нам не сразу, а весьма необычным способом. Аркрадзес, приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Затем идет тонна испытаний. Бонусные уровни, кстати, основаны как раз именно на флеш-версии. Отличаются они сюжетом, визуальными отличиями и совсем немного отличаются геймплейно.
Все-таки тот парень был прав. Valve не придумывает ничего нового. Из визуальных отличий. Излучатели плотного света почему-то используют текстуру Poly Alliance. Когда впервые попадается запора, мы можем лицензрить грузовик от Aperture Science. Затем, по сюжету, в одной из тестовых камер вам выдадут куб компаньон. Сейчас из решетки доставки лабораторного оборудования появится грузовой куб. И вам все так же придется предательски сжечь его. Испытание пройдено. Ваш приятель куб принес вам удачу. К нашему сожалению, он не сможет перейти с вами в следующую часть испытания. И как следствие должен быть уничтожен. Отведите вашего приятеля к экспериментальному экстренному уничтожителю разумных особей, как ваш приятель Куб будет уничтожен. Вы умертвили своего верного приятеля Кубика быстрее, чем кто-либо из предыдущих испытуемых. Это рекорд. После еще нескольких тестов вам попадется бракованный тест. Полазив в вентиляцию, вы наткнетесь на тот самый великий легендарный Бореалис. Можно даже в одном из помещений кнопку нажать, и на Бореалис перевезут шары из концовки первой портал. В отличие от оригинала, вам в конце всех испытаний не просто дадут торт, а вас потом попытаются убить. Но увидев белую стенку за решеткой, вы ставите несколько порталов и сбегаете. Немного полазив за пределами лаборатории, вы наткнетесь на минималистичное место расслабления от Aperture Science. Затем даже вы найдете своих клонов. Ты сам виноват. Я этого не планировала. Я уже не шучу. Вернись, или я убью тебя. Я тебя убью. А тот, кстати, уже съели. А тебе все равно, да? Это твой последний шанс. В общем, теперь нам надо как-то победить вот этого робота. Для этого мы должны прорваться к гаражу. Когда робот дойдет до гаража, он начнет стрелять энергетическими шарами. Мы должны отбивать эти энергетические шары в него. Я это сделал с помощью бочки, но можно и с помощью порталов. После того, как мы 3 раза отобьем шары в него, он взорвется, а Гладос после пары слов выпустит нас. Ну все, мне надоело тебя уговаривать. Прощайте. Это небо? Ого. Говно какое-то. Слушай, да ну хрюнь для этого наружу, одни неприятности от нее. К слову, это самая первая игра, которая напрямую говорит о наличии альянс в серии игр Portal. Все то же самое, что и в конце флешмоб пака. Та же самая финальная тестовая камера, тортик, турели, помещение. Единственное, нет Гладос и робота. Это одна бракованная тестовая камера с оригинальной озвучкой GLaDOS. This next test chamber will feature a new element that you subject name, yeah. Have never experienced before. Please allow our dear staff to suggest. Watch your step. Here at the Enrichment Center, we are committed to keep our test subjects highly motivated by spicing up the test chambers any way we can. Though sometimes the results might become very, very tragic. Apparently, this test chamber is broken. Submission is definitely an acceptable option. Please sit down and starve to death. Here at the Enrichment Center, we're always welcoming any kind of curiosity. But please, do
do not pick your nose into any place that you shouldn't. Get out of here. Seriously, it's embarrassing. Very good. Please proceed to the chamber lock. Your cake draws near. В моде Рексаура, кстати, примерно такая же озвучка. Now resides in your upper spinal cord. Pardon the interruption. You probably don't remember much due to the brain chemicals, but a certain test subject managed to trigger a self-dis... Стоит ли покупать, если у вас есть консоль? Ну, если ради очков профиля Xbox, то да, наверное. Стоит ли качать ПК-порт? Однозначно да, ибо флеш уже давно в могиле. Вот такой вот обзор получился. Думаю, любому из вас было интересно. Всем пока и... Удачи!